богатейший российский край, прекрасная республика. И вот действительно очень теплые, душевные люди. А сердце не только Волги, но и сердце России тоже бьется здесь. Но мне очень приятно, что вам 550. Возможно, вам гораздо даже больше. Это просто первое упоминание. Давайте просто в этот год вспоминать вот прекрасный город на берегу Волги, вашу республику, и пожелать следующие 550 лет провести, ну, какой-то прорыв в культурном плане, чтобы вашей теплотой, вашей душевностью, вашим культурным кодом могли наслаждаться не только те люди, которые живут внутри республики, но чтобы это приоткрылось миру.